Продолжаем маленькие путешествия по, уже не по Петербургу, уже по Европе. Вот в этом году я отдыхал в Будапеште, у меня было свободное время, и я решил рвануть в Вену, дабы там все это близко, в общем, как из Питера доехать до Москвы. И вот я, когда гулял, там было, честно говоря, погода была такая нелетная, дождик шел. Как раз помните, вот это знаменитое наводнение там надвигалось на Европу. Я зашел в парк, Стадпарк. Очень хорошее местечко, место, где отдыхают венцы. Наверное, так они называются. Вот это место знаменито тем, что там расположен памятник Иоганну Штраусу сыну. Это был дирижер и скрипач, признанный король вальса. Сделал очень много знаменитых популярных оперетт. Что интересно, он выступал порядка в течение 5 лет в Павловске у нас под Петербургом и пытался жениться на русской девушке Ольге Смирницкой, но родители Ольги противились этому браку, и в общем не получилось ничего у них. Вот он уехал, а Ольга Смирницкая вышла замуж за русского офицера, и когда он об этом узнал, он женился на оперной певице Йети Халупецкой. Ну, Йети Халупецкая была тоже такая прогрессивная женщина, у нее было порядка 7 детей, если я не ошибаюсь, внебрачных от разных браков. Ну вот он женился, и они были счастливы. Вот такая история про памятник, который стоит в Стадпарке в Вене. И вообще там очень красиво. Всем рекомендую, кто будет в Вене, зайти прогуляться. Все, пока, всем привет.